Что происходит, когда мне делают заказ? Изначально мне присылают эскиз, и после его утверждения оплаты я приступаю к подборке меха. Затем идет очень много часов упорного шитья. Хочется сделать не только красиво, но и попасть во все детали на эскизе. Когда тело готово, я сажусь за лепку. Смешиваю цвета, если у меня их нет, и все отправляется в печь. А тут вы видите сложный процесс отделения. После всех манипуляций идет покраска и подготовка морд, что тоже занимает львиную долю времени. И после всех подготовлений происходит чудо. На этой планете рождается новый жданный друг. А после я получаю сообщение с восторгом и иду на почту.